тибетовскую симку, какую лучше мне по России, ну, как покупать? Бля, она где, подожди. Билайн возьми, хайвей. МТС-планшет, купи тариф нормальный. 350 рублей в месяц интернету безлимитный. С окна уже вылетали модемы и... Я знаю, у меня безлимитище, блядь, МТС, а кто говорит Билайн, блядь, вот. Thank you.
Собираемся на кучу или поедете сами, карты? Ладно, может, на кучу надо собраться? Так вы пустые, да? Видите, какие же вот товарищи. Я не поеду на вас. Езжай, кто там хочет на стоянку заехать, заедешь, еще можно подстать. Ты еще постоять, то едьте по прямой. А что дальше? Во, слышишь меня? Ими наш канал. Я снял червонец за солянку. О, поляк на рыбе. Да. Куда? На подачу пойдет? Я просто информирую, следите сами. Пошел вам подачу, елки палки. Вы не имею права заправляться. Чего ты видишь, человек уехал, а? Полгодок какого-то мне никто не трогал. Шанс он такой хуйни, он пьяный трогал. Сразу спать. И пошел туда, да? Да, сразу спать, да, туда. Не, я имею в виду, что здесь не стоять не будет. Нам нужно пожрать, так узнать, это собаку, сейчас сами это будет. Поэтому, друзья, на 100% эвакуации самоотражения.
30 метров. Квадратных угроза взрыва баков. Я по осени ходил на Белоруссию. Да, за рейс недешевый, веселый был. 200-го возил. Белорус пацан разбился у нас в городе. Вот я его туда возил. Но ты знаешь, я приятно был удивлен Белоруссии, блядь. Вот 250 километров до Бобруйска пошел.
Я ни одного гаишника не видел, ни туда, ни обратно, блядь. Ну ты, Белоруссия, это не сравнивай, блядь. С Бандерштатом я ходил на Ивано-Франковске, нахуй. Эти бандеровцы, блядь, конченые, нахуй. Да, я кожа, говорит, афганец, не любит Саву. А это бомоскали, обожжены, блядь, они говорят так. Гаишник, блядь, это пиздец всему, нахуй. На дороге, если ты встал, блядь, он подъедет, нахуй. Колесо съёбнулось, надо вулканизировать. Ложат, нахуй, багажник, везут вулканизировать, нахуй. Ты стоишь возле машины. Да, я там врачочек, как вариант лучше, Ваня. Все правильно, у них там в своё время, блядь, закон-то ввели, блядь. Курицу украл, блядь, 5 лет, блядь. В чужую машину сел, блядь, десятка, блядь. С места тронулся, чуть ли не расстрел, блядь. Все правильно. А у нас, блядь, машину ёбнул, блядь. Гаишники поймали. Морду тяпка, ребят, да я покататься взял, видите? Нет, бля, буду, верну машину. Все, блядь, даже, блядь, условно хуй дадут. Ну, если с Рублевки на Рублевку сесть в машину, блядь, на этих пидорасах, я думаю, что, блядь, живым не останется. Да, я раз, блядь, на суде, я сам, где-то в районе набережных Челнов, что, блядь, не помню же, там, в каком посту, блядь, ночью подтягиваюсь, блядь, ну, уже, я жду, ты охуел, командир, ебаный в рот, блядь, я, блядь, тянул до поста, чтобы поспать, блядь, еще тебе за это должен платить, блядь. Ну, и что, съебал он тебя? Что-то попытался там, блядь, права покачать. Я говорю, слышь, командир, говорю, открой устав патрульно-постовой службы. И там, говорю, первыми, говорю, строчками написано, что водитель, сотрудник госавтоинспекции обязан оказывать всестороннюю помощь водителю тырым-пырым и 8-дыр. А вот за то, что он там должен снимать деньги за ночевку, я что-то ни одной статьи не видел, блядь. Он что-то там поорал, погрозил, развернулся и ушел. Братишка, ты со стороны той Борисоглебской, да? Да, я самого Борисоглебска. Да, понял. Вот на той стороне, насколько я знаю, когда там мусора стреляли, блядь, водители, дохуя там будто. И снова что-то вот на той стороне слышу, стрельба, снова один, блядь, стрелять. Вот когда нам с полгода назад у нас экипаж завалили. В городе прям в самом. Ну ты говоришь, что менты за стоянку требовали деньги. А меня вот месяц назад на Воронежском посту, вот этому, на Усманском, ну, в Воронеже Усманский пост, значит, остановился в 2 часа ночи поспать тоже, уже не могу, еду, блядь, глаза слепаются. Часа через 2, блядь, стук по кабине, братки подкатили, менты напротив ходят, прямо напротив ГАИ. С номерами, блядь, еще и визитку оставили, блядь. Во хуйня какая, блядь. Нет, в стране там Борисоглебске, когда было одно время, блядь, менты. Стреляли водителя, а потом, блядь, один остался, я слышал, что живой. И узнал, что у мента узнал, блядь. Пацаны, по первой полосе идете, выходите во вторую, тут просто аварийная машина. Не, у нас что-то я такого не помню, чтобы менты водители стреляли. Но вот прям говорю, месяца 3 или 4 назад они, блядь, на окраине, блядь, города остановили мужика. Мужик с охоты ехал, ну, под датчики на мотоцикле. Но они вот доебались, похоже, дать тоже долго доебывать, потому что наш эвакуатор пришел. А тот, кто мне долго думает, блядь, 2 ствола вынимает, блядь, плюшки, блядь, как уебал, блядь. Одного сразу на глушняк насмерть, ну а другой в реанимации отворили от сначала, вышел, блядь. Ну спроси, там, если будешь когда-нибудь спроси у своих, что там ребята знают, там менты нахуя постреляли. Там ни один, даже ни одна машина, блядь, ни десяток людей они постреляли, блядь. Автовозники, типик у вас, почем этот Хонда, а почем они сейчас? Рэкет был, машины стреляли. А потом их там что-то то ли с ОМОНовцами, то ли как-то брали. А когда их взяли, они ментами оказались. Было такое. Снова в той стороне, блядь, в вашей стороне. Я вот ехал с ребята Рудая, кого-то снова один постреляли. Не знаю, а сейчас вот, по крайней мере, я не знаю, вот, тихо, блядь, ребята становятся на стоянках, так, вроде не было кипиша, чтоб... Стрельба была, блядь. Подождите, скоро начнется. Как-то раз на посту ГАИ тоже меня остановили. Ну и что там тоже, блядь, сцепились с ними. Эй, блядь, когда же вас уберут, сука, козлов с трассы, блядь, говорю. Вот в Белоруссии нету, какая красота. Он мне говорит, да ты знаешь, тут какой беспредел на дорогах начнется тут. Типа бандюки, хуйги, я говорю, слышь, парень, говорю, блядь. Говорю, время тут не помню, все остальное.